Здрасте! Вы никогда не задумывались, как чувствует себя собака президента? Да вот так! Этого 5-летнего бостон-терьера зовут Лену, и он принадлежит президенту Финляндии, Сауле Нинистё, который, в отличие от своего питомца, редко улыбается. Что некоторые интернет-пользователи легко исправили, превратив Лену в очередной мем. Блин! Если бы я была совкой президента, то тоже начала бы постоянно улыбаться.